В связи с подтоплением города Комсомольска-на-Амуре жители соседнего города приняли в спешке скупать продукты питания. Наша съемочная группа решила узнать, как обстоит ситуация с продуктами питания в Амурске. Ведь и у нас в последнее время распространялись многие панические слухи. Побывав в некоторых магазинах родного города, несложно убедиться в том, что каких-то особых изменений там не произошло. Хлеб, крупы, сахар, соль, подсолнечное масло, различные консервы и многое другое – все это находится на полках наших магазинов в не меньшем количестве, что и раньше. И это несмотря на то, что многие из амурчан сделали в минувшие дни запас продуктов первой необходимости и питьевой воды. Не произошло и резкого скачка цен, о чем многие говорили в последнее время. Насколько изменится ситуация в дальнейшем, нам покажет только время. Но как заверили нас амурские предприниматели, запасов продуктов как в магазинах, так и на складах достаточно, чтобы избежать в ближайшем времени их нехватки и резкого роста цен.